Да, такая интересная штука. Впервые в жизни, по крайней мере, я вижу, не знаю, может быть, я даже и видел, но никогда не обращал внимания. Вот сейчас вот впервые увидел, смотрите. Вот я не знаю точно, что здесь написано, но здесь написано, спрашивают, типа, как вас сегодня обслужили, как вам понравился сервис, вот видите, или не понравился. Вот и внизу, смотрите, такая штука, раз, то есть ты можешь выбирать, если тебе понравился, очень, да, то есть тик, вот сюда нажимаешь. Если так слегонца, то вот сюда нажимаешь. Если так чуть похуже, вот сюда. Если уж совсем ужасно было обслуживание, то вот сюда. Правда, я не знаю, что в дальнейшем из-за этого происходит, но чисто такая психологическая разгрузка. Так выходишь, понравился сервис такой, да, все прекрасно, там, чик, нажал такой. А если не понравился, то вот здесь вот долбишь. О, видите, человек нажал. Ему сервис понравился. Вот такие вот дела, друзья, что пока все. Находимся в Швеции, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.